Всем подписчикам моим привет! Сейчас хочу поделиться одной маленькой хитростью, которая может быть кому-то и поможет. Идет пора заготовки плода овощной продукции, варка варенья и помещение его в банке. Но не всегда в продаже продаются лейки с широким горлышком, которые необходимы при разливании уже сваренного готового варенья в стерильной банке. Для этих целей можно обойтись вот таким способом. Все знают, что у нас есть в продаже 5-литровые канистры с водой. Вода для нужных целей продаются в магазине, они достаточно дешевые. И из этой бутылки 5-литровой можно легко сделать вот эту самую лейку. Лейку с широким горлышком, которая не часто бывает в продаже. Берется эта канистра, и от нее отрезается верхушка вот этой самой, из которой получается эта лейка с широким горлышком. И удобно заливать варенье, то есть проходят все ягоды и без проблем. Сейчас покажу, как это используется. Обрезанная лейка, стерилизованное уже варенье, то есть сваренное и остуженное. Сильно горячее не рекомендуется через эту лейку пропускать. И для того, чтобы разлить ее в банке, стерилизованная банка ставится на тарелку, и через эту лейку отлично, легко можно залить вот это готовое варенье. Заливать под горлышко не рекомендуется, под самое. Нужно оставлять небольшое пространство, через которое вы делаете, осуществляете этот процесс. Вот она у вас леечка, она вполне выдерживает, но сильно горячей не рекомендуется, потому что она может съежиться, разливается в банке, и уже горячая банка твист-крышкой укупоривается. Для того, чтобы проверить, герметично или нет, банку рекомендуется после закрутки переворачивать вверх дном, и таким образом проверяется герметичность укупорки. Вот таким образом можно эту лейку использовать, но не сильно горячее варенье, иначе она может съежиться, полипропилен. Дальше вот эту вот бутылку можно использовать в качестве тары для сбора ягоды той же самой, прицепив к верхушке веревочку и подвешивая ее на шею при сборке. Вот такая маленькая хитрость. Спасибо всем за внимание.